Всем привет, канал в поисках клада золота и сокровищ от Викринга. Значит, что, копаю в глухой чащобе, такие вот 200-300-летние сосны, огромнейшие просто. И что, сейчас есть такая ямочка у меня. Значит, что интересно, вот такой выкопал, смотрите, кусочек, вот такой вот он. И что интересно, что он у нас... звенит. Ну что, будем в прямом эфире смотреть, что тут у нас. Аж самому интересно. А вдруг золотишко, ребятушки? Сейчас смотрим. Нет. Да, в этом все-таки здесь. В крупником. Потихонечку разламываем. Заглядываем, что там. Так. Упало. Надеюсь, что здесь. Да, здесь. Ага, ребятушки, смотрите, какая красота. Сейчас, надеюсь, вам видно будет. Так, сейчас этот... Да, прям тут... Сейчас так на солнце стану на свет, чтобы было получше видно. Тут прям видно отпечаточек. Сейчас стану вот здесь на солнышко, чтобы вам показать. Так, что-то тут тоже как-то на солнышке не очень. Прошел хороший такой ливень, отлично сигналы идут. Не все показываю, потому что комары просто зажирают. Сегодня вышел сам. Прям отпечаток какой-то. Как трава какая-то странная. Прям так, а ну-ка. Не знаю, как. Вот так, наверное, получше будет. Да, точно. Вот прям отпечаточек в этом комке. Так, это 5 копеек. 1950 года. Всех прошу говорить, как я, полностью год, потому что человеку непонятно сказать 50-й. Не знаю, надеюсь, вам видно. Так, стоять, мой пятачок. Так, зачетненький пятачок. С этой стороны. Ну да, неплохого довольно-таки качество. Сохрана, точнее, песочно-лесной. Даже не буду тереть его. Поэтому давайте не переключаемся. Это же канал Викринг. В поисках сокровищ золота от Викринга. Давайте. Кто впервые на нашем канале, ставим лайки. Подписываемся на колокольчик. Ни в коем случае не переключаемся. Потому что это реально круто, ребята. Посмотрим, что тут еще может есть. Да, возможно, еще монета. Сейчас этот пятак убираю в сторонку. Сейчас проверим еще, может быть, что-то есть. Может быть, еще что-то. Может быть, кошелечек или какой-нибудь золотишко еще тут вместе с ним. Потеряно, сейчас посмотрим. Так. К сожалению, наверное, нет. Ребята, к сожалению, похоже, что... Непонятно. Сейчас на всякий случай еще раскопаюсь капельку, мало ли. Может быть, все-таки что-то еще есть. Вот так. Хотелось бы еще хотя бы мне 50-100 таких взять. Ну что, редкий год какой-то бы попался. Фу, комары зажирают, жира. Так, что-то похоже, что здесь все. Но все-таки негромко хочу сказать. Золото! Золото! Викринг, Викринг! Подписываемся, лайки, прям дальше. Не переключаемся, все только начинается. Будет неимоверно круто и интересно. Викринг, сокровище, поиски золота, бриллиантов. Лучшее видео только у нас на канале. Провокации, сенсации. Смотрите, ставьте лайки. Мы получили неимоверную премию. Охотники за сокровищами. Наш канал Викринг — это огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золото и бриллианты. Викринг — это золото, золото, золото! Огромный казанок сейчас Геннадий выкапывает.
Кстати, я это место предложил как вариант для раскопок, потому что я чувствовал, что здесь будет золото. Неаккуратно, он огромный. А это, слышь, это не колокол случайно? Не знаю. Так это колокол, слышишь? А? Это не колокол случайно? Не знаю. Ну он вот, видишь, куда идет. Вот заканчивается. Слышь, капец, огромнейший. Это чугун какой-то. Ну, чугунок. Чугунок, да? Угу. Наконец-то, сегодня я самый богатым. Я насказал, мне всего 70%. Ну я тоже так считаю, думаю, что если даже 70, ну я не знаю, буду, конечно, не торговаться, маловато, конечно. Ну, я думаю, чтобы по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу. Слышишь, ну реально, так это не знаю, что это чугунки такие бывают? Не знаю, это старинный вообще. Я такой первый раз, честно, вижу. Это старинный. Я реально такого монстра, гиганта вижу в первый раз, если честно, вообще говорить. Я думал, он маленький. Я начал понимать, что это уже этот, что это лежит колокол. Думаю, наконец-то мы нашли колокол. Это может не хуже колокола. Смотри. Не, ну... То, что мы сорвем куш, это однозначно, я уже вижу. Самое главное, его не разбей. То, что я сегодня сорву куш, однозначно. Вы посмотрите, как Геннадий играется, играет, сейчас копает, и меня не подпускает раскоп, потому что он сказал, что эта миска слишком большая, наполните. Как устанешь, скажешь, я подменю тебе. Не, ну чугуночек, конечно, отличненький вообще. А? Не, ну это именно находка, и притом он закопанный. Я таких чугунков никогда, если честно, не видел. Вот это как раз говорит о том, что это утварь церковная, а там вот выше может и то, что мы. Понимаешь? Ну да. На правильном пути. Мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты. Я очень долго копал пробки. Он хотел, чтобы я устал, а теперь он потихонечку выкапывает. Ладно, буду...
привет! Неимоверно крутой канал Викинг. Если вы в первый раз зашли на наш канал, подписываемся, нажимаем на колокольчик, чтобы получать все неимоверные артефакты и сенсации и видеть их первыми, что мы для вас находим. Смотрите до конца, это неимоверное золото. В корнях мы доставали его, там и монеты, и бесценная цепь с такой змеей, которая кусает себя за хвост. Символ бесконечности. Это будет реальная сенсация. Ни в коем случае не переключаемся. Ставим лайки, подписываемся, комментируем канал Викринг. Идем вперед вместе с нами. Сейчас взял топор. Ехали сегодня, наверное, часов 8 по лесу до нашей локации, где показала нам экстрасенс место возможного клада. Осталось недалеко, но дерево, колоссальная сосна, наверное, лет 150-200 нам мешает. Мы прикинули, что где-то если каждый из нас будет часа по полтора рубать, то через 4 часа мы будем уже переедем через это бревно. Поэтому тут это даже не бревно, это колоссальная сосна. Ну, что я могу сказать? Будем потихонечку работать, начинать. Значит, сейчас подъехали по карте, добрались до места, где нам показал экстрасенс, где находится зарыт клад. Сейчас мы стоим вот здесь, вот в этой точке GPS показывает. То есть нам буквально, наверное, метров 800 осталось дойти до самого клада. Очень надеемся, что сегодня оправдаются наши ожидания, и экстрасенс, который нам помогает, подсказывает, был прав, была точнее права. Надеемся, что будет продолжение. Поэтому, кто еще не смотрел, пожалуйста, посмотрите «Клад золотых монет в лесу». Вторая часть. Это очень интересно. Покажите своим друзьям. Канал Викринг, не переключайтесь. Bye. Начали поиск. Золотишко, ребята, нам бы не помешало, поэтому давайте, ставьте лайки, будем искать. А кому не нравится, дизлайки. Да, всем привет! Кстати, всем привет, да, и как уже мы всегда любим говорить, кому нравятся наши супер крутые приключения, пальцы вверх. Кто считает, что он снимает лучше, что он находит золото и брёртов больше, пожалуйста, пальцы вниз, ставьте вот так. Люди, которые хотят нам что-то посоветовать, дать новые карты с сокровищами, давайте, сбрасывайте, пишите нам, где вы знаете из золота. Приедем, даже с вами еще поделимся, по всей вероятности. Слабый сигнал, мы будем копать. Может быть, что-то интересное. Пробка. Пробка. Вот эта пробочка, да. Мы сейчас ее заберем отсюда. И в такой глуши пробки находится. Ну да, заберем, потом ее выкинем. Старая уже. Идем дальше. Здесь очень интересное место. В последний раз, когда я здесь был, выкопал две золотых монеты. Сегодня, надеемся, тоже будут интересные находки. Вот особенно на вот тех дальних буграх, которые вы видите. Там что только не было на этих буграх. И масоны там собирались. И был какой-то непонятный деревянный храм. И дороги старинные проходили. Кстати, вот кто-то копал. Что-то выкопал, яму за собой не закопал. Мы сейчас ее прикопаем. Вот так эту ямку. Это кусочек керамики нашел. Старинная. Фрагмент такой старинной керамики. Такой разбитый кувшинчик. Угу. Копаем дальше. Да, копаем дальше. Такой муравейник большой здесь. Ну да. И еще один. Это фрагмент немецкой каски, похоже, сгнившей.
здесь просто не хочу копать из-за муравейника. Так, ты знаешь, что сигналы идут? Может немножко аккуратненько копнуть? Или там... Или муравейник уходит... Да, муравейник в глубину, они просто начнут. Да, жалко. Да, жалко их, они начнут... Это воронка или копали? Это воронка, вот воронка, вон там дальше воронка. И здесь кто-то копал уже. Тут копали, но не докопали. Видимо, искали то же самое, что и мы. Ну да, конкуренция высокая. А вот, видите. Это мусор выкинем. Здесь не лежал. Да, места глухие, поэтому здесь тоже то, что приезжает, он знает, куда он едет, что он ищет. Посмотри, все изрыто, посмотри. Вот, видишь, выкопано. Вот. Надо по карте посмотреть, может, это то место, которое мы искали. Ну, мне кажется, до него еще метров 600. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим с тобой, да. Вот такие ямы они копают. Что-то здесь они находят, похоже. Посмотрим. Мы тоже будем рассчитывать на интересные находки. Сейчас, когда будет сигнал интересный, обязательно включимся и вам покажем. А вот как раз и этот интересный сигнал. Да, вот наш интересный сигнальчик пошел. Сейчас проверим, что тут у нас. Интересненького. Сейчас проверяем. Сейчас проверим, что здесь у нас интересно. Сито. Да, сейчас. Подожди секундочку. Сейчас. А, давай, сито так будет быстрее. Угу. Странно. Ну и по-моему тоже. А вот фольга какая-то, по-моему. Вот желтенькая. Нет. А вот это что? Нет, а, нет, это. Нет. Странно. Сейчас найдем. Почему хорошо, что взяли сито, потому что здесь без сито было бы тяжеловато. Сохран. Ну-ка. На немецком надписи есть еще какие-то? Ну я таких часто нахожу, это именно. Угу. Сейчас посмотрим. Нет, надписи нет, но угу. Вот такой. Ну тоже прикольно. Такой классненький, прикольный немецкий тюбик. Теперь будем искать то, что эти немцы здесь спрятали. Не переключайтесь. Нам нужны четкие золотоносные сигналы, правильно, Андрей Александрович? Да, то есть мы не копаем все подряд, потому что на это не тратим время сильно много, очень много всяких артефактов. Здесь сейчас сильный сигнал идет под этими пнями, но мы посчитали, что час мы не можем тратить. Просто сделали пометку на карте, идем дальше работать, будем дальше смотреть хорошие сигналы. Значит, нам экстрасенс говорила, что ориентир это... Она видела что-то зеленое. Возможно, что как раз это, этот дуб как раз и есть ориентиром. Вот пошел сигнал. Сейчас будем его копать, смотреть. Будет у нас
очень интересно. Подустали, конечно, уже. Так, сейчас. Возможно, мы у цели нашей глобальной находки. Смотрим. Нет, к сожалению, нет. Пробка. Показываю, какая, к сожалению, пробка. Небольшое разочарование. Так, да, ну ничего, закапываем. Ничего страшного. Идем дальше. Так, сейчас посмотрим, все-таки дерево. Давай изучим, посмотрим, что здесь может быть. Смотри, скопали тут, видишь, Тань? Видишь? Да, вижу, вижу. Посмотрим, что у нас тут. Дерево у нас какое-то есть. Изучим, что это есть. Ничего. Деревья ничего нет, так сейчас. Дай посмотри, как ветка выросла. В него прям, Жень. Видишь? Как это? Видишь, в него выросла прям. А может, это поставили пометку? Да, кстати, я уже снял, глянь, посмотри. Это пометка. Это кто отметил место? Видно, как было, она сейчас постояла. Да, вижу. Да, и даже там остался след в коре. Видишь, Жень? Вообще прикольно. Посмотри, вот она, видишь, обрубленная. Да, вижу, реально острая. Слушай, тут ребята какие-то, тут надо хорошенечко позаниматься, Андрей. Да, какая-то отметочка стояла у них, да. Так, идем дальше. Сейчас идем к тем корням. Заинтересовало, что там. Тут ничего нет. Огромная сосна вырвана. В корнях часто бывает что-то. И сейчас есть сигнал, кажется. Или слабенький? Слабенький? Есть, но слабый. Что это может быть, выпискивать там? Ну, тяжело сказать. Просто мы... Сейчас, пойдем дальше. И здесь еще очень большая яма есть. Яма, здесь, конечно, плотно копают. Смотри, здесь она шурфилась. И вот еще. Узкая, длинная, видишь, идет траншея. И мне кажется, они это бревно специально положили здесь. Ну ладно, пойдем дальше. Хотели как-то замаскировать. Будем дальше работать, там очень интересная форма. Сейчас посмотрим, давай проверим. Ну это, понимаешь, когда экстрасенс говорила про место, это может быть радиус 10 метров, 20, 30. Ну и так мы уже... Ориентир-то уже есть. Ну и так с собой квадраты. Вот, смотри, тоже кто-то копал. Видите, какая яма огромная. Видишь? Вот. Серьезно работали. Или воронка, или какого-то. Вот. Какой-то сигнальчик. Хороший сигнал идет. Сейчас посмотрим. Есть такие. Посмотрим? Да. Ну конечно, такой сигнал идет. Сейчас воронку убираем прибор. А что показывал? Монеты показывают, сейчас посмотрим. Золото? Монеты показывают. Монеты? Да.
оригинальное место. Перчатки одену, чтобы мне тут накопать. Сейчас буду включаться, потому что надо еще посмотреть. Что там корневище. Приборчиком? Да, сейчас включаю. Сейчас проверим. В углу? Да. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. А, ничего не нет. А сюда залазит. Может топор дать? Давай, наверное, будет. Вот такой уровень только. Вот, да. Угу. Держи. Посмотрим. Может быть, все-таки. Давай лопату уберу пока. Это мешает работать. Залезли, не знаю что. Я иногда подумаю купить бензопилу. Это да. Ну, мы берем просто сейчас, чтобы он не мешало залезть. Может быть, у зрителей, у кого-то есть желание, кто занимается бензопилами, без вопросов, вы нам дарите бензопилу, а мы ее рекламируем. Еще пару тысяч долларов на всякий случай. Так, вот здесь оно пищит. Не говорите, что будете корни с собой привозить, как всегда. Фух, так, сейчас. Наверное, что в корнях зарыто. Прибор включить можно? Тут пищит, понимаешь? А... Ты внимательно смотришь, я вот ничего не вижу пока. Сейчас включаю. Угу. Прям там? Сейчас. Нет, сейчас. Ну писк идет здесь, вот, да? В корнях, там, видишь, сейчас да. Разрубил. Угу. Сейчас разрубим. Жарковато просто так работает, но... Жарковато. А тут, видишь, да? Да, да. Сейчас. Не идет. Сидит хорошо. За этим, понял? Она получится прямо в нем. Да. Сигнал с него идет сейчас. Я сейчас с той стороны стану, подожди. Получится прям под в корнях идет сигнал. Тут видишь, тут мешает корень, сюда тоже не зайти. Да. Сейчас с этой стороны прозвоню, посмотрю. Но уже понятно, что артефакт лежит в корнях. Это уже интересно, потому что корни... Да, в корнях. Фух. Видишь, здесь ничего не... Вот он, смотри, где лежит. Видишь?
Да. В корнях лежит. Да, вот он спас, покажет сюда. Секунду, я спускаюсь. Вот эти корни. Под корнями, да, сейчас вытащу. Вот здесь оно, да, сейчас. Да, здесь нужен стоит. Серьезный стоматолог, чтобы разобрался. Так, чтобы их удалить. Давай, отходи сейчас я. Песок белый, как будто бы никогда еще не копал из них, ты знаешь. Это не монета вот. Где? А вот такое, как след. Погоди, стой. А, это кусок просто. Ходи. Кусок просто. Сейчас, извини. Я туда в глубине. Да? Ну, конечно. Сейчас. Я ж только включал прибор. Ну, под этими корнями иди. Просто это показалось, я смотрю, знаешь. Вот этот корень мешает, сейчас мы его уберем. Вот это сейчас вырубим. Покупаем. Проверим. Рассыпался, понимаешь? А, есть. Что, вижу. что? Где? Вот. Погоди. Сейчас. Давай же я буду сейчас. Показывать. Сейчас. А вон, вижу. Сейчас. Нет, это бревно. Золото. Вот. Золото пошло. Подожди, сейчас. Раз, два, три. Глянь, посмотри. Вижу. Глянь. Золото! Это просто капец. Не кричи громко, так подожди тут. Ну, да, тихо. Глянь, посмотри. Глянь. Охренеть. Подожди, вот золото пошло. Так, подожди, сейчас монеты в сторону. Сейчас, подожди, куда их? Так, так, сюда положи. Ну, чушь, слышишь, дай. Дай встань. Слышишь, это? Слушай, охренеть, у меня аж руки трусятся. Фух, немножко. Жарко, скажем так. Это жарко не то слово. Это тамплиеры. Какой-то орден тамплиерский. Немеренная цепура. Сейчас, подожди. Глянь. Немножко да я дышу сейчас. Угу. Ну как? Офигеть просто. Идет? Это какая-то. Какой-то знак. Это змея. Погоди-ка дальше. Ага. Сейчас вот эту стороночку. Так. Знаешь, вот так смотри, вот так, делаю вот так и кричу: золото! 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 6 золотых монет средневековых и вот такая огромная тамплиерская, какого-то тамплиерского ордена, очень крутого, похоже, будем смотреть, но то, что это змея, которая кусает себя за хвост, это однозначно тамплиеры. Так называемый символ бесконечности. Сегодня нами обнаружен. Ну, редчайший артефакт. Поэтому смотрите обязательно. Сейчас так это уберу. Смотрите обязательно третью серию. Вот так пальчиком покажу. Плат золотых монет в лесу. И что я могу вам сказать еще самое главное? Это, конечно же, ставьте нам лайки за наши крутые артефакты, если вам нравятся наши находки. Если они вам не нравятся, и вы находите лучшие находки, то ставьте нам дизлайки. Если у вас есть другая позиция, если вы знаете, где зарыты другие клады интересные, и вы не можете их найти, пишите нам свои предложения, замечания, мы постараемся на них ответить. Потому что это очень интересно, изучать с нами историю совместно, разбираться в таких крутейших артефактах. Еще обязательно смотрите вторую часть «Клад золотых монет в лесу». Это реально очень интересно. Показывайте своим знакомым, друзьям, товарищам реальные золотые артефакты, реальные находки, поиски сокровищ. С нами
Классные приключения, поиски сокровищ. Давайте, смотрите до конца и подписывайтесь. Всем привет, канал Викринг. После того, как мы обнаружили золотую цепь рыцаря и смятый булавой шлем, нам начали писать многие неудачники, рассказывая о том, что не было никакого шлема, что это чугунный казанок, который мы где-то купили на барахолке. В общем, что я могу сказать вам, ребята? Мы специально сейчас решили сделать обзор для тех, кто не верит в подлинность обнаруженных нами артефактов. На самом деле, мы сейчас вам покажем вот те смятые места булавой, когда нашего рыцаря, а может быть короля, убивали. И этот артефакт просто уничтожался. Вот эти огромные сильные вмятины. Вот видно, как этот артефакт лопнул. Мы ничего не трогали. Показали только одному эксперту по средневековым доспехам, вооружению, шлемам. Он сказал, что да, это реально крутейший шлем. Один из основных ударов прошелся вот в эту верхнюю часть головы. Это видно. Он прям вмялся внутрь. Я сейчас достану ножичек и легонько по нему постучу. Потому что некоторые неудачники пишут, что... Извиняюсь, еще не вызрел после экспедиции в проклятый лес. Пишут, что это чугун. Нет. Это, ребята, самое настоящее железо. Вот я стучу, потому что, кто знает, чугун, он мягкий металл, он выглядит совсем по-другому. Он ломается и не может в априори быть вообще шлемом никаким. Поэтому я вам скажу так, серьезно, без всяких преувеличений. Реально сенсационный артефакт. Какого периода, еще эксперты не уточнили. Мы знаем лишь одно. Это настоящий шлем. Он был одет на голову рыцаря и, по всей вероятности, как говорят эксперты по этим вмятинам, был смят, скорее всего, булавой. Но наш экстрасенс сделала новое сенсационное заявление. Она считает, что этот шлем рыцаря был уничтожен специально, что его таким образом лишили души, что в те средние века, в черные времена, в мрачные времена люди предметы одушевляли. Скажи, как правильно слово сказать? Одухотворяли и одушевляли, ребят. Одухотворяли. Одухотворяли. Значит, смотрите, сейчас дальше в нашем видео немерено крутую реальную историю, как мы нашли золотую корону? Нет, не золотую корону, а нашу цепь. А, ребятушки, да, кстати, вы же, наверное, может уже быть и забыли, что перед тем, как... точнее, после того, как мы обнаружили этот огромный, крутейший шлем, была обнаружена золотая цепь рыцаря. Неимоверно! Золото! 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 Неимоверный артефакт, который лежал возле этого крутейшего смятого шлема. Эта цепь, ребятушки, состоит из 120 звеньев. Это золотая цепь со 120 золотых неимоверно крутейших звеньев. Смотрим. Это супер крутое видео. Не переключаемся. Это стоит того. Ставим лайки. Неудачники, дизлайки. Успешные люди, лайки. В конце переходим на новое видео. Колокольчик нажимаем, подписываемся. Прям вперед. Это Викринг. Привет всем. Классный канал Викринг. Сегодня работаем в лесу. Ищем неимоверные сокровища, бриллианты, старинные артефакты. Лес неимоверно глухой. День потратили, чтобы добраться до этого места. Пришлось использовать бензопилу, перепиливали. Ну, в общем, классные, крутейшие приключения. Самое главное, ребятушки, не переключайтесь. Все, кто еще не смотрел наши 130 видео, пожалуйста, заходите на наш канал Викринг, советуйте друзьям. Неимоверно классное видео. Суперские находки, реальные артефакты, канал Викринг. Провокационно, сенсационно, неимоверно круто, не переключайтесь. Сейчас на старинной дороге. Возможно, конечно, пробка, но лучше проверить, потому что если это не пробка, а золотишко, то мы себе этого просто не простим. Поэтому лучше в таких случаях брать и выкапывать. Кость.
Да нет, не кость. Камень. Камень. Так, выкопали уже. Так, выкопали. Сейчас вам покажем, что это такое. Самое главное это... А я вижу какую-то вот деталь, кстати. Я видел до этого ее уже. Вот. Держи. Интересно. Посмотрим надписи. Не видно. Да, наверное, что-то такое, кстати, интересное. Кто знает, пишите, от чего это. Викринг. Очень крутые артефакты. Сейчас нашли яму. Здесь кто-то копал. Не закопал ее, мы так не поступаем. И здесь идет сигнал. Мы сейчас посмотрим, что он тут не докопал. Перебросил. По какой-то причине. Скорее всего, не докопал, не хватило. Так, посмотрим. Да, он не докопал. Ребятушки, сейчас мы докопаем. Что-то здесь есть. Посмотрим, что он тут не докопал. Ага, да уперся. Лопату уперся. Корень. Из этого он и докопал. В корни уперся. Проверим. Так это или не так. Смотрим. Знаете, такой классный сигнальчик. Под корнями идет. Наверное, поэтому он и бросил копать его. Ну, не бросим. Мы докопаем. Сейчас посмотрим, что здесь. Классный. Будем докапывать. Он почему-то не смог выкопать. Наверное, это лежит глубоченько. Но ничего, мы будем докапывать, сейчас и смотреть. Ага, есть. Что-то есть. Кто-то зацепил. Сейчас берем ножик, кисточку. А здесь несколько сигналов интересных идет. В яме, вокруг ямы будем здесь раскапываться. Ему не хватило силенок, но нам силенок хватит. Надо докопать. Сейчас достаю инструменты. Будем сейчас брать кисточкой, смотреть, что там такое интересное лежит в этой яме. Аж, если честно, заинтриговал. Наверное, метеорит. Проверим. А у метеорита какой сигнал в основном? Ну, смотри, какой-то вот такой фрагмент. Сейчас его в сторонку убираем. Проверим, пищит. Сейчас проверим. Это он или не он? Да нет, ты знаешь, что метеорит это... Не похоже. Сейчас мы их проверим, эти два сигнала. Да, ну или нет. Это не они. Мы подумали вначале, что это метеорит. Оказывается, нет, это не метеорит. Сейчас убираем. Интересно то, что идут сигналы в нескольких направлениях. Не смог докопать, бросил, потому что не хватило силёнок. Опять ступи. Зачем зацепил? В простонародье такие бывают камни, называют горячие камни, но у меня есть сомнения, потому что они не пищат. Вот пошел еще какой-то артефакт. Ага, смотри, здесь какая-то в этом камне как дырка, смотри. Глянь, интересно. Посмотрите, уважаемые зрители. Вот, видишь, смотри. Да, глянь, видишь, он вот вообще похож на какую-то... Сейчас достанем, посмотрим.
Это очень старый. Он и вылет, кстати. Смотри, вот видишь? Видишь, какая-то дырочка? Борозочки здесь. Ну это человеческий, это люди делали его. Такой камень мы заберем, пока мы сюда его положим. Угу. Так, интересно, конечно. Яма становится все более интересной и интересной. Наверное, если бы не этот копатель, можно на нее и не потрапал, если честно. Вообще неприметно. Неприметно. Просто прозвонили ее, идет сигнал. Когда идет сигнал, всегда охота проверить, что же там лежит в этой яме на дне. Он тоже сказал, прибор сходит с ума. Да, прибор сходит с ума. Да, прибор сходит с ума. Еще раз проверяем. Будем сейчас расширяться. Ого. Мощнейший сигнал. Сигнал очень мощный. Реально мощный. И он глубоко, и их здесь несколько. Будем сейчас раскапываться. Это эти камни, это возможно, эти камни со святилища каких-то, может быть, первых каких-то жрецов, очень интересно. Сейчас будем раскапываться, потому что это очень редко такой мощный сигнал, и так глубоко лежит. Очень охота его побыстрее выкопать. Просто ж не терпится. Еще и корни мешают. Еще какой-то камушек вот такой небольшой. В сторонку его. Так, раскапываемся. Сейчас проверим сигнал. Под корнями. Под этими, мы так думаем, это лежит. Смотрите. Этот артефакт или эти артефакты. Еще точно не знаем. Сейчас будем звонить. А, есть какой-то артефакт, нашел, который звенел. Один из артефактов найден. Сейчас он здесь лежит. Вот тут. Я его зацепил сейчас лопатой. Вот он, смотри. Вот он, видишь? Вот он, видно его? Железный. Ну, сейчас посмотрим, да. Сейчас немножко передохну. Один артефакт есть, сейчас беру ножик. Там с той стороны тоже что-то звенит. Что-то очень, ребятушки, интересное. Поэтому самое главное, это не переключайтесь. Мы вам покажем этот артефакт сейчас. Вот, посмотри, сейчас его почищу немножко. Вот, видишь, видишь? Круто. Видите его, да? Круто, видно его? Видим, видим. Непрерывная съемка, режим реального времени. Да, смотрите. Так, подчищаем. И получается, он ушел прям в корни. Прям в корнях. Ага, смотри, длинный, глянь. Глянь, какой большой, видишь? Видите, уважаемые зрители, сейчас я так красиво расчищаю. Доспехи, может, какие-то. Сейчас посмотрим. Он вообще не шевелится сейчас. Может еще раскопать здесь, со стороны справа. Да, давай сейчас я еще его подкопаю. Сейчас вот так отсюда. Он отходит сюда. Так, ну что, давай почищаем, посмотрим, что у нас тут видно. Это, конечно, подкопал его. Прям под корнями сидел. Сейчас кисточкой немножко для вас, зрители, вот так уберу, чтобы вам было удобно, видно и понятно, что это что-то большое. Что-то старинное, может быть, какая-то часть доспехов даже. Все. А если потащить сейчас? Сейчас. Так, я же хочу его подчистить, смотри, он же большой, хочу посмотреть, куда уходит, видишь? Уходит туда, на тебя идет. Сейчас подтащим, посмотрим. Ну так вообще не идет сейчас. Лопатой попробуем. Ого, он огромный, вообще не шевелится. Вообще не шевелится, сейчас еще сюда попробуем. Вот тут немножко пошел. Угу. А, идет. Так он вглубь еще уходит. Если... А, есть. Есть, пошел. Сейчас. Круто. Фух, сейчас я передохну немножко. Расчищаем, чтобы не повредить. Неимоверный артефакт какой-то интересный. Думаю, что-то похоже, может быть, какой-то
из какого-то шлема. Может быть, средневековые или доспехи. Покажи вот так вот. Так, чтобы было видно. Видно, да? Так. Еще в корнях сидит. Сейчас. И смотри, камнями обложен. Получается, вот этими камнями. Эти камни, я не могу понять. Это какой-то, видно, жрец, может быть, специально повредили. Ну, вот видишь, как мы их уже выкопали. Интересно сейчас. Так. Ну что, в принципе, я тут уже подкопал его. Ага, вот смотри, сейчас еще. А можешь с той стороны встать, подойти? Да, конечно. Какой? Я тут еще нашел, смотри. Вот отсюда, смотри, тут что-то еще идет, вот. Видно? Еще глубже? Вот, в бок уходит, смотри. Ух ты. Вот он прям, видишь, смотри. Я вижу вообще круто. Вот сейчас расчищаю. Видно, да? Да. Уважаемые зрители, надеюсь, вам тоже видно. Сейчас какие-то у нас неимоверные артефакты пошли. Сейчас я попробую, насколько он этот тяжелый. Он как бы развалился на части или как? Этот вообще тяжеленный. Этот вообще там глубоко. Этот вообще глубоко. Сейчас давай начнем с этого аккуратно. Давай с этого начнем. Этот вытаскивай. Он в корнях сидит, не могу. Сейчас, подожди. Вон, вот эти корни, видишь, смотри. Угу. Топор. Сейчас, подожди. Сейчас. Как в пазу. Слышишь? Угу. Есть. Фу. Точно какой-то шлем. Список. Ой, капец, 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 просто, просто капец. Шлем. Тащи, тащи. Сейчас, подожди, подожди, это золото. Сейчас, капец просто. Тащи это золотая цепь. Подожди, да сейчас, подожди. Капец, золотая цепура. Да ничего, давай, тащи рукой уже. Да сейчас, подожди, дай, подожди. Тихо. Дай, подожди, тут этот адреналин просто. Капец. Сейчас. Ни хрена себе. Это просто. Ни хрена себе. Только не кричи, только капец, не кричи громко. Просто, сейчас одену, подожди. Ни хрена себе. Я даже не знаю. Охренеть. Это, сейчас, подожди, одену капюшончик на броши. Фух, ребятушки. Фух. Сейчас, подожди, короче, капец. Я не могу, у меня просто эмоции. Тихо, тихо, тихо. Я просто в шоке. Глянь, посмотри. Фу, вот ребятушки. Это да. Не кричи, не кричи. Золото! Золото! Ес! 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 Золото! Вот это да! Ну поближе, дай посмотрим. Так, слышишь, там шлем, еще вторая часть идет шлема. Слышишь? Все, давай. Ура, давай, подожди, стану. Давай сейчас стану. Так, давай сейчас шлема, куча. Может, достану. И сейчас буду вторую часть расчищать. Слышишь, как, похоже, здесь кому-то в средние века плотно досталось. Понял? Прикопали, я не знаю, как он так получилось, но, короче, это просто неимоверно круто. Даже не верится. Давай как, не знаю, как стать. Шлем можно тебе в одну руку? Давай вторую часть достанем, потом все покажем. Вторую часть? Да, давай, 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 сейчас это, давай. Тихонечко золото сейчас спрячу в карман. Я хочу просто показать со шлемом вместе. Так давай даруем, там же еще что-то. Не, ну эту часть шлема показать не хочешь? Так давай, там может доспехи вообще целые. Ну, давай хорошо, добьем. Ставь это паузу, дай. Не, поехали дальше, сейчас дай в карманчик уберу. Давай. Фрагмент этого неимоверного шлема. Сейчас будем вторую часть вытаскивать. Слушай, это такой старый металл, этого я не знаю сколько лет. Ну это, ну, я тебе скажу так, наверное, может тысячи, может полторы тысячи лет. Ну мы же реально с тобой копаем, но такого, это очень старый металл. Это шлем, так дело в том, что он сохранился классно. Сейчас будем вторую часть выкапывать. Видишь, давай, давай. Это ободочек, это шлем. Давай достанем дальше, посмотрим. Давай это откладываем, сторонку, давай сейчас посмотрим. Так, поехали дальше. Вот здесь получается шла вторая часть его, угу. Этого шлема. Вот чуть левее получается. Там вот он, корень. Вот он. Да, вижу, я ж помню. Вот он идет. Да, может что золотишко будет? Сейчас, это вообще... Перстни, знаешь. Это просто класс. Посмотри, глянь. Потянуть нет? Какой, я ж пробовал, тянуть, надо расчищать. Вот смотри, видишь, идет вторая часть. Вот, сейчас я так расчищу вот так. Смотри, прям, смотри, глянь. Да прям вижу. В корень уперся. Покажи уважаемым зрителям, чтобы они посмотрели, сколько уважаемые это. Уважаемые зрители, смотрите, корень врос в него уже. Глянь, посмотри. Там вот вообще факт. И он реально тяжелый, большой. Вообще не этот, не шевелится, не то, что. Работаем там. Для вас, продолжаем снимать. Супер круто. Ни один канал вам такого не покажет. Ну конечно, это такие находки вам никто, понятное дело, показывать не будет. Посмотри, глянь. Надо расчищать. Неимоверная крутизна, вообще просто. Такое золото, такой шлем. Это, ну, ребятушки, я вам скажу честно, я сам прозрел, когда достал такой кусок шлема, просто охренел. А цепь золотую. А цепь золотую, это вообще, ну в это тяжело поверить. И так, тут, давай дальше. Тут надо все, смотри. Есть корень, сейчас. Поддался.
Сейчас я уберу. Сейчас. И лопатой неохота рубать, потому что можно какой-то ценный артефакт перерубить. Так, это убрал. Так, отлично. Ага, вот шлем пошел дальше. И камнями, смотри, обложен. Слушай, к чему тут эти камни? Это реально какая-то мистическая история. Да, это вообще, глянь, посмотри. Откуда камни? Почему вот, смотри, камни? Глянь, обложено все камнями. Похоже, какие-то жрецы, серьезно, смотри. Ну, все в камнях, ребят. Глянь, посмотри. Реально смотрите, Андрей Александрович, сложите, пожалуйста. Ага, вот сюда вот этот, кстати, очень интересный камушек, может, его заберем даже. О. Вот еще камень тоже идет. Все в камнях.